У нас же, как всегда, у нас даже спокойно с машины выйти не могут, да? Да. Привет, передавайте. Всем привет! Короче, пошли мы. Пошли мы, короче, пухать. Куда вы ее привезли? Сидим, жрачку ждем. Олег, ну хватит так говорить, а. Ладно, еду сидим, ждем. Почему сидим, ждем еду? Мы не сидим, ждем еду. Мы сидим и ждем еду. Мы отдыхаем. Еду. А, мы отдыхаем. Мы дышим. Вот это оригинал. Угу. Или же вот такое. А зачем ты вот снизу снимаешь? Сверху? Так? Что за противный такой? Юми. А, вообще так обалдело сидит. Я как-то мере на платье подходил, на шмотки по объему. Все в ожидании. Все хотят вкусить. Чесночный. Чесночный. Ну, пока не с нами. Ну, сумку распотрошили, чтобы она вошла. А все, что не вошло, на себе же можно. Ну, что-то вкусно. Пообедаем сейчас. Но остренький такой. Да? Можно. 50 рублей. Это там кабачковая, кабачок, да? Кабачковая икра? Да, томатная паста. Это кабачковая икра? Как будто кабачок, да. Ну, согласна с Олегом. Они в основном всегда томатную пасту покажут, да? А у меня что говорить, дадут, смотрите. А ты что ничего не заказала себе? Можно и не жарить. Коктейль молочный. На мелко нарезанный. Олег, можно и сырым, на мелко нарезанный. О, Инстаграм обязательно надо. Ой, да. Вот так согни ее, и она будет красиво смотреться. Вот, согни ее. Вот. Мне шашлычок принесут, я положу шашлычок. Положу это. Нет, пока сфоткаю. Да? И потом сделаю. На меня. Прислали. Вкусно? Вкусный, нет? Я не знаю, что не пробовала. У меня есть уже Инстаграм. А вот и шашлычок к нам прибыл. Да? Да. Пофотографируй видео. Ты же хотела бы? Да. Я тоже хочу. Хлеб тут. Мне же надо еще.